Всем привет, ребята. Должен был ехать я на Херсон, а в итоге еду на Каргил. Долбаная семечка на меня уже бесит, я уже не могу. Кабаны постоянно делаю, веса никакого. Еще трактором грузиться, да расцепляться. Загрузились мы 16 тонн семечки. Да. Я обожаю такую работу. Когда считаю от дома, вообще не отъезжаешь. Прошло 3 года, а мы еще стоим. Ой, приехали, в очередь встали. Уже 2-2.5 часа вообще с места не сдвинулись. Уже похавать успели. Ой, сидишь и нихрен делать. Ну интересная работа, до ужаса. Лучше бы я на Херсон поехал. Зарядку купил новую, прикольная, и можно и этот Type-C-шный шнур подключить, это микро-USB, банку заряжаю, хорошая зарядка. Значит, будем ждать с моря погоды. Прошло уже 4 часа. Мы все так же стоим на месте. Сюда как ехать, надо блок серит покупать. Так, у нас тут вечеринка намечается, Ника. Окажу услугу. Нашустри мне одну из твоих отменных пин пива. Пожалуйста. Ну, что остается делать? Прошло 4 часа. 4 часа, мы проехали только 200 метров. Вон, там я стоял, столб, вот этот столб, возле него я был. И переехал сюда. И все, и капец. Солнце зашло, тучи находят. У нас дождь передавали. А нам пофиг, у нас есть автономка, у нас куча еды. Еды в натуре куча. Еще и холодильник с собой взял. Смотрим потихоньку кино. Кстати, Неоспоримый. 5-я часть. 19-й год. В Ютубе уже можно в отличном качестве посмотреть, кому интересно. 7:30 вечера. Началась сейчас пересменка. Не, пересменка в 7 часов начинается у них. И дупля они отбивают аж где-то 8:30. И стой тут, кукуй, блядь. И попробуй поспи, каждые 2 минуты машина проезжает. Но зато мы смотрим фильмы. Неоспоримый. Уже 4-ю часть. Я уже даже не знаю, что смотреть. Глаза болят.
все, пацаны, 9 часов вечера. Ну, 9:30. Мы уже заехали на территорию в очередь. Ставим будильник. Наверное, часа на 3. Я думаю, где-то в 3 часа наша очередь будет проезжать. А там будет видно. В принципе, нас и так разбудят. Это сейчас в 12 часов будет пересменка. Ну да, на 3 можно ставить. Ставим на 3 часа и ложимся спать. Все, включили. Запускается наша автономочка. Да, чутка ошибся, пацаны. Движение сейчас началось. Походу, выгрузка хорошая. Сейчас мы уже стоим на эстакаде. На этих эстакадах только можно раскрываться и накрываться. И только в шлеме этом, блядь, в каске. Уже пошел, документы отнес, каску дали, все. Ну, подсветочка. Сейчас машина проедет, мы заедем на эстакаду и будем здесь раскрываться. Дай бог, может, до утра и выгрузимся. Парня, заехали мы в отстойник, связировались. Теперь будем ждать вызова. Все, мы связировались, заехали в отстойник, все, встали. Ну, теперь автономочку включаем и слушаем, когда будут вызывать. На улице туман бешеный вообще, капец. Я пока растентовывался, тумана не было. Ну, постоял, ну, хай, там, минут 10 я постоял. Связировали меня. Грубо говоря, полчаса прошло. Вот. Заехал я сразу вот затентовываться здесь. Сейчас вам покажу. Вот навес. Вот там затентовываешься сразу под визировку. А КамАЗ весь мокрый. Думаю, что за херня? Там же не видно ничего. Ну, накрылся я, короче. Начинаю ехать, смотрю, туман бешеный вообще. А уже и капли на стекле появляются, дождь. Ну, главное же, мы успели связироваться. Все, сейчас... Сейчас будем отдыхать. И ждать вызова. Наконец-то нас вызвали, пацаны, выгружаться. Это можно очокнуться. Столько времени ждать. Сейчас выгрузимся и поедем кофейку бахнем. Всем привет, ребята. Опять мы, короче, стоим на Каргиле. Забрали уже последнюю семечку. Все, приехали. Сегодня, получается, с самого утра не было приемки. Сказали, до 6 вечера ничего не будет. Сейчас. И сейчас 4:30. Короче, до 6 ни хрена не будет. Будем стоять. Потом в 7 часов начинается пересменка.
Короче, движение пойдет только часов 9. Да, где-то с 9 часов только пойдет движение. Мне срач. Капец. Еще и в придачу заболел. Ну, короче, сейчас мы убираем наши хоромы. Делаем чашечку бодрящего кофе. Врубаем фильмы, блядь. Заштариваемся и в свои спины, нахрен. Все равно до 9 часов делать нехрен. Все, потом... А потом... Суп с котом. Потом включимся, пацаны. Ничего интересного по работе, по месту. Вообще, ну, скукота. Один дебилизм в очереди и... Короче. Все, пацаны, мы похавали. Документы мы заполнили. 6 часов прошло. Ну, в смысле, уже 6:30. А очередь как не двигалась, так и не движется. Сейчас, короче, выпьем кофейку, включим кино, покурим и будем отдыхать. А что еще делать? Правильно. Ой. Да, жалко, что далеко не езжу. Даже в Херсон поехать, и то было бы интереснее. Там сколько разных мест интересных. Даже в Херсон приехал, там похавать сходил, город поснимал. Но тут а что снимать? Кабину. Одна и та же улица, одни и те же веса и... Короче, вот такие вот помидоры. Все, будем отдыхать, короче. Вот 9:30. Пошло движение. Как я и говорил. Заехали на территорию мы, короче. Сегодня какой-то день странный. Набухались мужики здесь, очередь перепутали. Кто как хотел, встал. А теперь ходят, спрашивают. Ой, а кто передо мной был? Туда-сюда. Все, пацаны, включаем печку, топим хату, пьем чай, кофе. Перекусим, а таблетки еще выпить надо. Будем ложиться спать. Я думаю, у нас 2 часа есть покемарить. Все, приятного аппетита. Уже 3 часа ночи, 3:30. Где-то в час у меня перестала дуть печка, автономка. У меня автономка стоит. И я думал, у меня соляра закончилась. Оказывается, нет, соляра есть. В общем, там настройки сбились. И давай я шерстить интернет, короче, по этой своей печке. Оказывается, я даже не знал. В моей автономке есть режим, короче, на моей печке есть климат-контроль. Так вот, парни, я знаю, у многих стоит именно такая печка, я не помню, как она называется. В общем, я сделаю обзор, как настроить печку так, чтобы был климат-контроль. То есть ты выставляешь там себе температуру. У меня были просто полосочки. Ну вот, когда включаешь печку, все, там полосочки, типа, насколько дует вентилятор, все. Больше ничего не было. А там, оказывается, есть 2 датчика температуры. Один датчик на самой печке, а второй на пульту. И можно выставить так, чтобы датчик был не на печке, а на пульту, ну, температуры. И выставляешь градусы, ну вот, допустим, 24 градуса я себе поставил, и все, оно у меня в кабине держит температуру. И звук, ну, поменялся полностью, в кабине тихо стало. Ну, то есть оно себе температуру нагнало, а потом она продолжает работать, только на минимальных оборотах сама сбрасывает. И
отключается подача топлива и просто идет как циркуляция воздуха. Вот. В общем, это я уже выложу, наверное, в отдельном видео, потому что такие вещи нужно вылаживать отдельно, кратко, и чтобы было все понятно. Мы уже, кстати, подъехали, вот это забор получается. Ну, в очереди говорят, если ты под забором, то считай следующий ряд на визировку. Вот, там 4 ряда стоит. Вон видно фуру. Белый прицеп, и сразу КамАЗ торчит. Прицеп. Вот то уже ряд на визировку. Наша очередь уже подходит. Сейчас мы на визировку. Заполняем документы. Берем каску, искрооситель. Будем визироваться. Вот так оно у меня сейчас показывает температуру. 24 градуса. Две точки слева. И получается полосочка посредине четверки. Верхняя левая точка означает, что печка работает в режиме климат-контроля. Нижняя точка, что подключена рециркуляция. А справа полоска возле четверки, если она посредине, температура измеряется с пульта, а не с печки. Если эта полоска будет внизу четверки, с правой стороны, то значит температура берется от печки, от того датчика, что стоит в печке. Вот такие вот дела, пацаны. Да, в 3 часа ночи мы сюда как заехали, так и стали. Уже 11 часов дня. Ни хрена не движется. Надо пойти покурить. Позвонили, сейчас нам хавку привезут. Ой-ой-ой. На балконе у нас цветы растут. Ой-ой, долбаные дожди, все грязные. Вот еще в кабине поубирать. А то срач, капец. Все равно делать нехрен, сейчас буду убирать. 2 часа дня, пацаны нас вызвали. Ну, они тут что-то строят. Заезжаем на веса, отдаем, ой, на веса, на подъемник, отдаем бумажку, высыпаемся и тулим, и заедем в город сейчас, выпьем кофе и попрем в гараж. Капец, заболел, можно убиться. Хуже всего болеть и работать одновременно. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую, я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас.
высыпались, будем выезжать, пацаны. Короче, плитку ложит. По обычному выезду нельзя, надо под знак кофе, до дома, до родной хаты.